вас, цветоводы, любители и гости канала «Экзотика цветов». Всем доброе утро, и начинается у нас трудовой день. Сегодня нам предстоит очень большая и трудоемкая работа. В данном участке, это у нас теневой участок, вот такая небольшая территория. Поскольку здесь с утра только появляется солнышко, уходит солнце, и целый день участок находится в тени. Поэтому в этом месте очень хорошо прижились вот папоротники. Ну, папоротники имеют свойство сильно разрастаться. Никакое им ограждение не мешает, никакие препятствия, тем более, что они всегда получают порцию своего удобрения и моего внимания, и поэтому дают очень сильные отводки. Вот видите, вот отводок, вот отводок, вот за моей ногой отводок. Очень красивые, конечно, отводочки получаются. Вот ваи такие. Интересно, конечно, раскрывается он. Самый такой вот тенелюбивое растение. Но все-таки сильно разрастается. И имеет большой смысл, все это надо удалить. И не просто удалить. Каждый год здесь подсыпается порция земли, и поэтому вот этот участок, как видите, он выше этого участочка. Каждый год подсыпаю, потому что вот я не знаю, как это назвать, пенек, прикорневая часть его, поэтому давала всегда ему подсыпку. Вот тоже детка отросток. Вот все это выкапывается каждый год, раздается. Уже, по-моему, обеспечила кому, кто хотел, этими орстками. Но в данный момент будем все-таки мы участок чистить и очень сильно чистить. Как-то раньше была граница. Вот так вот им была отведена граница. Тут даже видно, что он немножко повыше, чем основной участок. Но наступил момент, когда будет кардинально меняться. Вот примерно даже так. Вот так. Оставлю немножко. А остальное все будет убираться. Вот так вот примерно. Ну, будем стараться. Сейчас откинем часть песка. Песка, земля, это уже, конечно, если там есть удобрение и навоз, это уже никак не песок. Поэтому сильно они и разрастаются. Ну, поскольку процесс трудоемкий, это не женское дело копать, поэтому передаю лопату, орудие труда, нашему оператору. Вот, показываю, выкопали один из отростков, вот еще, то есть будем копать вот еще. Смотрите, какой корень. Этот уже, наверное, серьезный корешок. Даже детка уже не знает. Это отдельно растение. Вот так его посадить. Вот пойдет, вот пойдет, вот пойдет. Вот еще. И вот еще какие. И разрастается вот до такого состояния. Так. Вот еще отводок. Видите, какой. Вот еще. Вот еще отломанный уже. Вот еще. И вот так потихоньку, потихоньку, помаленьку будем его все это откапывать. Ну вот, теперь вы имеете представление, как примерно размножается папоротник. Вот. Вот так. Ну что ж, процесс продолжаем. Труд, конечно, был очень тяжелый. Глубина большая, корни мощные. Но все-таки это не страшно. Можно делать выкопку. Вот то, что получилось у нас после выкопки. Вот остается такая примерно часть папоротников. Достаточно им. У них есть место для следующего прорастания. И хоть это все периодически детки выкапывались каждый год, ну и детки превращались уже вот в такие серьезные корни. Теперь это будет отдельно как посадочный материал. Буду предлагать кому, кто хочет, пожалуйста,
берите. Очень красивое растение. Очень. Но, опять-таки, хочется сказать, надо серьезно к ним относиться. Вовремя откапывать, вовремя прореживание делать. Сейчас вот мы закончили выкопку, и теперь будем делать просто планировку здесь. Разровняем все, приведем грядку в надлежащий вид. Что получится, еще раз покажу вам. Ну вот, и получилась у нас аккуратная грядка. Именно с папоротниками. Облагородили, лишнее убрали, почистили. Сделали планировку для них. Вот, оставляю им в запас какую-то территорию. Вот, граница им, и дальше не вылазить. И будем дальше любоваться. Еще раз говорю, очень красивое растение. Для теневых участков особенно. Ну, если вовремя их чистить, удалять лишнее, то будет все хорошо. А с вами я прощаюсь на этом. Всем здоровья, удачи. Любовь бывает разная. Любовь к себе. Забота о семье. Внимание к близким. Дарите любовь с нами. Порядок. Все то, что вы цените.